Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Мы наглядно продемонстрируем, как совершить суннат таравих намаз. Суннат таравих намаз – это желательный намаз, совершаемый в месяц Рамадан после ночного намаза. Начинают его совершать первую ночь и завершают последнюю ночь поста месяца Рамадан. Таравих намаз состоит из 8 ракаатов. 4 намаза по 2 ракаата. Более предпочтительно совершать 20 ракаатов, 10 намазов по 2 ракаата. После завершения таравих намаза совершают витр намаз. Вначале 2 ракаата, затем 1 ракаат. Предпочтительный таравих намаз совершать в мечети, в джамаате. Таравих намаз желательно совершать в мечети, в коллективе. Для совершения таравих намаза намерение делается следующим образом. Я намерился совершить 2 ракаатный суннат таравих намаз, повернувшись в сторону кыбли ради Аллаха. Аллаху Акбар. Если намаз совершается коллективно, то делаем намерение за имама. По завершению первого таравих намаза читается следующая мольба. Ас-салата джами'а. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим. Аллахумма инна нас'алука аль-джанната фа на'удзу бика минан-нар. После чтения мольбы следом совершается второй двухракаатный таравих намаз, по завершению которого читается другая мольба. Субханаллахи вальхамду лиллахи ва ла илаха илляллаху валлаху акбар. Субханаллахи адада халкихи ва ридаа нафсихи ва зината аршихи ва мидада калимати. Данная мольба повторяется 3 раза, затем Ас-салата джами'а, ла хавла ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим, Аллахумма инна нас'алука аль-джанната ва на'удзу бика минан-нар. После чтения данной мольбы мы совершаем третий таравих намаз. После совершения третьего таравих намаза мы читаем ту мольбу, которую читали после первого таравих намаза. Ас-салата джами'а, ла хавла ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим, Аллахумма инна нас'алука аль-джанната фа на'удзу бика минан-нар. Затем встаем и совершаем четвертый таравих намаз. После завершения четвертого таравих намаза мы читаем ту мольбу, которую мы читали после второго таравих намаза. Субханаллахи вальхамду лиллахи ва ла илаха илляллаху валлаху акбар. Субханаллахи адада халкихи ва ридаа нафсихи ва зината аршихи ва мидада калимати. Данная мольба повторяется 3 раза, затем Ас-салата джами'а, ла хавла ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим, Аллахумма инна нас'алука аль-джанната фа на'удзу бика минан-нар. Далее совершается двухракаатный витр намаз, после которого читается следующая мольба. Ас-салата джами'а. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим. Аллахумма инна нас'алука аль-джанната фа на'удзу бика минан-нар. Следом совершается однорокаатный витр намаз, после чего читают следующую мольбу. Субхана аль-малик аль-куддус. Субхана аль-малик аль-куддус. سبحان الله الملك القدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.